Вивальди, концерт для гитары с оркестром, ре-мажор в трех частях. Солистка Антигоне Гони, дирижер Владислав Булатов.
Закончилось первое отделение концерта, дорогие друзья. В фойе продаются компакт-диски камерного оркестра «Времена года». Второго отделения. Браво! Концерт номер 3 для гитары с оркестром. Элегический. В трех частях. Исполняют Антигони Гони и камерный оркестр «Времена года». Дирижер Владислав Булак. Thank you.
play one more piece by Leo Brouwer in next year, in 1999. It's going to be his 60th birthday. So, too much Brouwer for tonight, but El Decameron Negro, second ballad.